Доброе утро. Здравствуйте. Хоть вы и плачете. Можете отчасти. Отчасти. Да. Можете представиться? Меня зовут Лера. А вас откуда? Я из Ульяновска. Из Ульяновска. Да. Все-таки слезы счастья, понимаю. Слезы счастья, безусловно. Ну, наверное, еще и доля того, что послеоперационные какие-то еще эффекты остались. Да, немного, немного непривычно. Свет давит немножко. Но а нижнюю целом... строчку вы прочитали. Да. То есть единичка к вам вернулась. Вернулась, да. Больно было? Было не больно, было не страшно. Все прошло замечательно, легко. Доктор очень веселый, поддерживал, даже анекдоты рассказывал. А все помните имя ясно. Доктора? Фамилию помню. Да. Оксин. Оксин. Ну, да. По отзывам прочитала, нашла и пошла к нему. Все-таки у него уже очень много операций было проведено. Это вот этот послеоперационный период был болезненным для вас? Не болезненным. Это больше страх, когда лежишь, глаза закатываются немножко и не понимаешь, что происходит. Боли не было. Да, пощипала, но зубы больнее лечить намного. Понятно. Какое было зрение до коррекции? -2.75. Ну, что с вашей единичкой, я уже понимаю. Очки уже выкинули? Еще нет. Я вот пока лежат сумки, не разобрала. Ну, я поздравляю вас, что у вас новая единичка. Когда вы последний раз так видели? Я не помню. Я этого уже не помню. То есть у вас с детства испутали зрение? Да, со школы оно было плохим. Со школы очки, а до этого просто муть. Ну, слегка без очков была. Здравствуй, новая жизнь. Здравствуй, новая жизнь. Здравствуй, новая я. Наконец-то. Для тех, кто боится сделать операцию, что советуете? Бояться нечего. Главное попасть к хорошему врачу, чтобы все прошло хорошо, к опытному, я считаю. Бояться вообще нечего. Спасибо вам большое.